погоне за прибылью нельзя рисковать безопасностью покупателей. Это объясняли сегодня предпринимателям, планирующим открыть в нашем регионе кулинарию. Запрос на такой вид бизнеса, несмотря на большую конкуренцию, очень велик. Специфику разобрали на бесплатном семинаре проекта «Бизнес и в Тюмени. Шаг за шагом». Это часть образовательной программы инвестиционного агентства Тюменской области. Предприниматели познакомились с нюансами бизнес-планирования, опытом коллег, узнали о законах. Количество все-таки нарушений и те ситуации, которые разбирают Роспотребнадзор, говорят немножко о другой статистике. То есть бизнес стал более таким активным и стремится уже ошибки исправлять после того, как он их совершил неоднократно. Вот. И, конечно же, нужно перестраивать и систему мышления, и систему подхода, чтобы предотвращать ошибки на пути планирования.